Здравствуйте, уважаемые рыбаки! Тема сегодняшнего видео – небольшой обзор плетенки Max Power 2. Приобретаю на AliExpress последние уже несколько лет. Цена на сегодняшний день где-то 450 рублей за такую вот катушку. Якобы здесь намотано 300 метров. Сколько по факту метров намотано, ни разу не замерял. Вот сегодня как раз и замерю. Беру два разных диаметра. Первый диаметр – это, не знаю, что за единичка, возможно, какой-то номер катушки. Ну, здесь диаметр 0,165, 20 лб, максимальная нагрузка на разрыв, заявлено около 9 кг. Использую данную плетню в проводку, на джиг, на отводной и периодически троллинг с воблерами, которые имеют малое заглубление. И второй диаметр, это диаметр 0,40, 60 лб, максимальная нагрузка на разрыв, заявлено производителем 27 килограмм. Но что касается вот этой плетни, порвать ее действительно очень сложно. Довольно-таки малый у меня расход этой плетни. Если рву, то рву в основном поводки. На катушке указан номер 6. Плетня имеет 4 жилы. Плетенкой очень доволен. Не помню, чтобы она пушилась. И качество оно довольно-таки хорошее, по крайней мере, за эти деньги. Естественно, остается только вопрос, есть ли здесь реальных 300 метров. И действительно ли выдерживает нагрузку на разрыв вот эта вот плетенка в 9 килограмм. Сейчас сделаю замеры. Первым на разрыв пойдет плетня диаметром 0,16. И плетню намотал без узлов. Примерно 7,5 килограмм. Замер плетенки диаметром 0,16, но теперь уже с петлями, то есть имитирую монтаж своих снастей. Сделал такой замер уже несколько раз, и все один к одному, от 4 до 5 килограмм, если присутствуют петли. Теперь плетня 0,40. Сразу с петлями, то есть с узлами. Смотрим. Вылетел телефон из рук. Где-то около 12 килограмм. Проверку я так делал уже несколько раз, от 12 до 13 килограмм. И рвется, конечно, в первую очередь на узле. И последний замер на разрыв, плетня 0,40. Все узлы смочены. Зачем смочил? Ну, я думаю, что обязательно найдутся те, кто скажут, что узлы нужно смочить, и плетня будет на разрыв выше. Давайте смотрим. Можно сказать, практически все то же самое. С килограммами китайцы накололи, и также накололи с метражом. От этого забора до противоположного, который находится возле елки, ровно 65 метров. Растянул плетню, и получается, что хватило всего на 4 раза. То есть намотка 260 метров. Ну, плюс, если взять еще 5 метров израсходовал на обрывы, итого 265 метров плетни на бобине и не более. Подвожу итоги. Поторопился я с хорошими выводами насчет этой плетенки. 0,40 на разрыв выдает всего от 12 до 13 килограмм и 0,16 от 4 до 5, при условии, что в монтаже присутствуют узлы. Но даже без узлов 0,16 все равно не выдало те килограммы, которые заявлены производителем. Ну и также нет того самого метража, который указан на упаковке. То ли это китайский метраж, то ли китайские килограммы, ну либо просто китайцы нашли очередного лоха и все. Раньше я не заморачивался такими вопросами, сколько здесь на разрыв, но дело, судя по всему, просто в том, что для моих поставленных задач плетенки хватало. Хватит ли для ваших, решать только вам. Показал все как есть, если есть возможность.
напишите в комментариях, на какую плетенку можно обратить внимание. Ну, а что касается этой, я думаю, все понятно. Имейте в виду, канал может пригодиться. Всем удачи!